наша сутки будет начинаться чуть-чуть при первой части. У нас будет совсем несколько движений. Мы начинаем с того, что мы шагаем вперед, у нас будет два шага, и у нас противоположный будет идти на к себе. То есть пам, и акцент головой. Пам. С этого положения мы можем развернуться в правую сторону. Пам. Руки к себе сбросить и левую ножку потянуть к себе. После этого движения мы поворачиваемся на обратно, только другой стороной, к центру. И у нас будет идти палец от себя к себе, и при этом у нас корпус будет идти к пальцу. То есть пам, мы подтянулись, голова в левую сторону, и начинается замах, с которого начинается сам припев. Поднимаются руки, отрывается задняя нога, начинается сам припев. Мы делаем пам, у нас ручки падают на косточки. И у нас получается небольшой круг. То есть у нас будет идти корпус слева направо, и желательно, чтобы корпус уходил очень далеко. Да, у нас идет движение first. Та-да-та-да-та. Вместе с этим кружочком у нас будут идти руки. Руки идут следующим образом. У нас идет правая, левая. И все это вместе с поворотом. То есть та-та-та-та-та-та. Мы разворачиваемся вперед, руки раскрываем. И здесь нужно будет немножко опуститься вниз для того, чтобы поднять себя двумя руками наверх. Пам. Да. Либо два маленьких, либо один большой. После этого девочки оставляют здесь руку у лица раскрытую. Эту ручку раскрытую будет бить от себя. Пам, пам, пам. Вместе с этим будет заворачиваться правая ножка вовнутрь колена. Пам, пам, пам. И будет еще акцент головой. То есть раз, два, три. Да. С этого положения у нас снова ручки идут вдоль тела, только кулаки уже будут закрыты. Да. И мы опускаемся снова руками вниз. Пум-тум-тум. Вместе с этим мы опускаем голову. Как центровая девочка. Ручки идут на базу. И мы перемещаемся двумя шишками. Пам-пам-пам. На подставной шаг будут руки. Да. На центровой девочке. Да. Затем мы снова руки показываем на центр и тянем на себя. Вместе с этим будет шаг на левую ногу назад. Пам. Здесь мы останавливаемся и делаем раскрытие колен два раза. Пам-пам. Вместе с этим присаживаемся и снова идет такой же кружочек, как у нас был в начале. Раз, два, три, четыре. Здесь мы ничего не делаем руками и переходим сразу на следующее движение. У нас руки, получается, идут к себе в крест, уже можно в это положение, скрепленные руки. И мы их раскрываем. И левая ножка у нас в это время потягивается вправо. Пам-пам. Мы немножко раскрываемся в левую сторону и будем делать акцент также в левую сторону плечом. Пам-пам-пам. И будет три. Да. С этого положения у нас руки снова идут к себе, раскрываются в стороны и будет еще работать ножка. Ножка у нас работает следующим образом, мы ее отставляем и раскрываем коленку в сторону вместе с руками. Последнее движение первой части припева, это мы бьем вниз кулаком вправо, пам. Эта ручка снова идет к себе. И мы поднимаем левую ножку, пам. И здесь идет переход к девочке. После перехода у нас идет ручка на себя, правая. И дальше у нас будет удар ножкой вперед. То есть мы делаем следующий удар левой ножкой, и при этом у нас еще будет голова идти назад. То есть пау. Да, акцент головой. И вместе с этим у нас будут идти руки. После этого акцента. Пау. Следующее положение. И правая ножка у нас будет потягиваться к левой. С этого положения мы идем на следующее движение, у нас снова это положение ног, и руки будут идти по себе. Мы их отсюда идем в это положение, эта ручка от себя, эта рука идет по себе по груди. Пам, идет вниз. И затем мы эту ручку потянем к себе, эта рука будет делать небольшой круг, а левая ножка потянется к себе. Пам. После этого мы спрыгиваем на правую ножку, и руки раскрыли ладонями, идут вниз, и акцент головы наверх. Пам. Шаг. Шаг. И здесь у нас снова работают руки, но мы стоим
На месте. Руки идут наверх, в сторону, к себе. С этого положения мы можем сбросить руки и сделать фронт ножками. Мы делаем пам. То есть руки идут в левую сторону. И мы делаем небольшой фронт правой ножкой. Да. С этого положения мы уходим вместе с руками вниз. Ручки у нас будут в следующем положении. Правая к себе, левая от себя. И вот так мы должны прийти на центр. Пам. И здесь следующий переход, и мы семеним также на колени. Пам, 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 пам. При этом у нас руки будут подниматься наверх. То есть мы были здесь у нас. Там, 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 там. С этого положения нам нужно правую ножку поставить к левой, руку вести сюда, соединить вместе. После этого поднять над головой. И дальше у нас идет движение, будем раскрывать руками ножки. То есть мы руки ведем в это положение, это будет в кулаке, это будет раскрыто, потому что мы и будем работать. А ножка у нас с этого положения просто раскрывает ножку колени, и мы присаживаемся. С этого положения нам нужно сделать два шага вперед. Там, так, вместе с этим будут повороты правой ручки к себе два раза. И акцент головой. Там, так. С этого положения мы становимся ровно на центр. Руки у нас идут за голову, вниз, вперед, поворот, пан. И подвес к центру. Там, там, там. Собираем весь пипет, подсчет. Итак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Собираем весь кусочек, это 50%. Под 70%.